На встрече с гагаузским писателем и поэтом Петром Чеботарем приняли участие преподаватели и студенты Камрадского государственного университета. Главной целью мероприятия стало знакомство молодых людей с его творчеством. Они читали стихотворения автора и исполняли песни на гагаузском языке. Петр Афанасьевич Чевермеш, Жорж Кошбукун, Баладасыны, Ана Юрая. Берген чоджук, гюзель, лафтан ялпак, гельдеевя в шамнену флейрак. Да анасы чыкты уна каршы, да олыны ёпте сармашып. Деде гюрюк кахыр гюзлеринде, сен не олым тутайрсын ичинде, сансын коркайрсын ачылма бана, ушам, бен дилим ябанджы сана. Böyle dizerdi yaşlan annası, çocuksa ağır oflardı bir lafsız. Açan gelerdi o yerisinden, bütün kızdıydı sansın üfkeden, deli gibi kaçardı, nosu izziydi, aklısında savardı, saldı bir neydi. Anasına isterdi anlatsın, ama açan sevgiyle anası bir şüphesiz ona doğru baktı, kasavetsiz bakış onu yaktı. Kollar da aynı sarmıştı ona, bütün büyün acı dardı onu pek fena. Tatlı laflar gelerdi büyün acı, anasının sesi de yakıcı. Петр Чеботарь – гагаузский филолог, гагаузовед, писатель, публицист и переводчик. Он является автором ряда научных и научно-популярных работ, в том числе обзорных статей о гагаузской культуре и ментальности. Первое стихотворение написал в 5 классе. В юности решил посвятить литературе всю свою жизнь. Любовь к родному краю у Петра Чеботаря безгранична, поэтому именно теме родины он отводит большое значение. Петр Чеботарь поделился своим секретом счастья. Вот уже 15 лет, как я понял, что счастье заключается в семье, если у тебя полная семья, жена, дети и внуки, истинное счастье человека. Счастлив, когда чувствуешь свою принадлежность своей родине, народу, людям, культуре, своему языку. Жизнь сама по себе – это большое счастье. Учащиеся и педагоги Камрадского государственного университета не остаются равнодушными к творчеству гагаузского писателя и ценят его вклад в культуру народа. Доктор, доцент кафедры гагаузской филологии Иванна Банкова отметила личные качества писателя. Петр Афанасьевич очень хороший, образованный, воспитанный, талантливый человек. Но самое главное то, что он гагауз и большой патриот своей родины. Человек с народом. Петр Чеботарь полон творческих идей, намерен и далее развивать гагаузский язык и культуру. Марина Топал, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ Новости.